февраль, световой день прибавился, время уже 5 час, но все еще светло, решил снять маленький ролик о системе поения, скажем так, моей личной разработки. Ребята приезжали, забирали птицу, понравилась система, фотографировали, решил снять об этом ролик. В общем, смысл в чем? Совместил бордерные поилки с системой слива, то бишь обычный желоб, установленный на сливе с крыши курятника, по этой схеме, что на новом курятнике, что на старом курятнике сделано. Вот, соответственно, желоба, сливы идут в конструкцию, созданную из пластиковой канализационной трубы, предназначение 110 миллиметров. Вот такой вот тройничок. Ну, это в связи с тем, что выход идет на два отделения. В старом курятнике немножко по-другому, потом покажу. Вот. И, соответственно, тот же кусок трубы с выпиленными отверстиями, чтобы птица могла пить. Муфты для крепления. И слив. Излишки влаги, воды уходят в грунт, там небольшая ямка с песком, чтобы не было здесь луж. Соответственно, 4 отделения снабжаются водой в течение примерно 8 месяцев в году. Ну, зимой, соответственно, все это хозяйство замерзает, и птицы используют только липельные поилки, которые находятся непосредственно в помещении. То есть вот тут точно так же тройничок, слив. Большой плюс, то что нет необходимости постоянно доливать воду. В нашей местности, на Крестном перешейке, вода идет постоянно с неба. Ну а по чечайне, если вдруг какое-то время без дождей и выпила птица воду, которая была в поилках. Здесь на старой курятнике вообще все просто сделано. Тут вот я сейчас снял на зиму. Так вот, сток и сразу в ванную. Излишки воды там сохраняется, если дней 5 не было воды и воду куры выпили. Ну, не 5 дней, а 3-4 достаточно, чтобы эту емкость они выпили. Она здесь общая на 2 отделения. Берется ведерко и заливается, соответственно. А в новом курятнике просто с обратной тыльной стороны крыши сделан слив, аналогичный основным сливом. И летом ставится бочка, куда набирается вода, и оттуда точно так же ведерком, вон там слив, трубу я убрал на зиму, длинную сливную, вот, ставится бочка, наливается водой. То есть вот такая система поения. Что-то посмотрел также в интернете, что-то придумал сам. В итоге получилась вот такая достаточно бюджетная ленивая поилка для птицы. Большой плюс при наличии дождей. Постоянно свежая вода, она вымывает оттуда все. Соответственно, грязь не скапливается. Кому понравилось, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо.